Эй, мужик, закурить не найдется, а? Ну шо, братуха, типа приплыли, да? Опа! Крутой, да? Ага, ну-ну. Стоять! Бояться! Бабки давай. Мда. Ну-ну. Опа! Короче, бабки, быстрее. И вообще, рожа мне твоя что-то не нравится. Понял, да? Пойми, дурилка картонная. Мне терять нечего. Шмальну и все. Мда. Ну, бабки. Ну, мужик, ты меня чё не боишься? Крутой, да? Ага. Ну-ну. Лох. Ну всё. Я вижу тебя, лоха позорного. Учить надо. Короче, бабки давай. Ты мне, козёл, не хами. А то ведь отец твой фейс попорчил. Опа! Вот урод! Блин, тупой ты! В мире нет вечных двигателей. Зато полно вечных тормозов. И ты один из них. Не тормози, отдай бабки по-хорошему. Нет, ну вот упрямо попался, ну. Слышь, что ты пугаешь? Что ты под ответ ставишь? У тебя что, крыша есть? В натуре. Обещаю, на. Че ты тут лохобана конченого разыгрываешь? Говори, кто крыша. Мда. Ну-ну. Короче, нет у нас тут с тобой времени сопли жевать. Нас тёлки в сауне ждут. Понял? Не понял. Ты это мне? Вот урод. Короче, ты лох. Давай живее бабки. И мы тебя даже бить не будем. Схема ясна. Так-так. Не понял. Ты чё, грибанутый? Ты пойми, дурилка картонная. Отмочалим мы тебя сейчас. А отомстишь ты нам потом. Если сможешь. Ты вижешь, ащи? Вот так-то вот, братишка. Ну, Нет, не ценишь ты свою жизнь. Ведь жизнь — это болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом. В твоем случае 200. 200%. Крутой, да? Ага. Ну-ну. Ты знаешь, я не думаю, что после того, как мы тебя отметелим, ты выживешь. Как говорится, возможности медицины безграничны, а ограниченные возможности пациентов, то есть тебя. Обещаю, на. Скупой платит дважды, козлы платят трижды,
Лох платит постоянно. Это я про тебя, кстати. Нет, ну вот упрямо попался, ну. Вот, Марин, ну. Как ты думаешь, что тяжелее? Собирать с асфальта зубы поломанными руками или плыть в серной кислоте с отрезанными ногами? А? Лох, вот, Марин, ну. Слушай, да хватит с ним базарить. Ну его в песню. А то еще вправду крышу этого чудика найдется. Будем за пару баксов головную боль иметь себе. Внимание! Не стоит использовать элементы этого диалога при встрече с настоящими бандитами. Могут неправильно понять. А лекарства нынче дорогие. Времена пошли. Привет. Очень хорошо. Ну-ну. Спасибо. О, даже так? Какая прелесть! Ну ничего. Мне это нравится. Окей. Умничка. Ну ничего. Бедняга. Ой. Ха, согласна. Ох, ничего себе!
Вау! Молодец. Вау! О, мне так приятно. Ёлки-палки, какая девушка! Спасибо! Очень хорошо! Молодец! Ох, ничего себе! Это здорово! Спасибо за комплимент. Значит так, подруга, пойдешь со мной, поняла? А ты, Хахаймалин, молчи. Ау! Ну ничего. Это здорово. Ну-ну. Ха, согласна. Умничка. Понятно. Молодец. Вау!
О, даже так? Ну-ну. Ха, согласна. Ах. Ха, согласна. Молодец. Спасибо. О. Браво. Точно. Романтика. Ха, согласна. Умничка. Муа.